Здравствуйте, друзья, с вами Павел. Вот, за праздники много посылок вот пришло, сейчас разгребаю их потихонечку. Вот, ну и стараюсь делать обзоры. Как бы это мелочь, вот особо обзор тут нечего делать, но все равно может кому-нибудь пригодиться. Значит, что это? Это у нас макетная плата. Как бы для отладки, для подключения вот как раз таки к Arduino, да, всяких датчиков и так далее. Значит, что тут такого интересного? Значит, тут пронумерованы дорожки. Вот. Их всего 10, 12, 14 штук. Значит, видите, они как бы должны быть чуть-чуть поусиленнее. Это для питания, то есть плюс-минус написано. Это просто по боку. Значит, как работают эти дорожки, они соединены вот так вот по вертикали друг с другом. То есть у нас, грубо говоря, 14 линий. Вот. Можно подключать множество, 30, допустим, контактов к одной линии. Вот. К передаче данных, допустим. То есть вот она будет соединяться по одной линии. Вот. Как это работает, да? То есть есть, допустим, вот в прошлом видео я вам показывал вот эти разъемы. То же самое, то есть можно на одну дорожку их поставить. Вот. Допустим, ну, слишком широкая, давайте я поменьше возьму. У меня есть. Ах, тоже широкая. Сейчас. Так. Вот, поменьше взял. То есть вот так вот их можно вставить. Сейчас, одну секундочку. Что-то туго садится. Ладно, она, видимо, узкая слишком. Сейчас. Так, вот так вот мы подсоединяем. Сюда мы набрасываем контакты, допустим. Либо другой вариант. Вот, мы можем со шлейфами, вот, со шлейфами точно так же, то есть с этой стороны, ну давайте сейчас вот так вот покажем. Значит, берем Arduino, вот она мне неподалеку лежит, подключаем, допустим, да, в три дорожки. Ну давайте еще поближе. Вот. Подключаем, допустим, плюс, минус, да, там, например. Да елки-палки. Все очень неудобно, конечно, на камеру это показывать. Проще было собрать. Подсоединяем, допустим, вторые концы вставляем в Arduino, да? Вот. Все, у нас как бы она так, у нас она как бы начала вот питаться, да? Точнее, сообщаться с этой платкой. Тут же мы подключаем какой-нибудь датчик. Опять же, сюда контакты, на контакты шлейфик, шлейфик на датчик. Вот, и у нас так будет все работать. То есть не надо ничего напаивать. Вот, все это будет вот таким вот образом работать. И видно по дорожкам, они пронумерованы, что куда идет. Вот, в основном, если вы заметите, погуглите, то все как бы схемы подключения к Arduino, ну и к Raspberry Pi датчиков, они идут через вот такую вот платку. То есть она прям нарисована, и по ней все это видно. Это все есть в интернете, можете наглядно увидеть. Вот, эта штука необходима любителям, всякого, гикам, так сказать, да, для отладки. Вот, так что советую прикупить. Ссылочку в описании я оставлю. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, с вами Павел был. Вот, всем удачи. Пока-пока.